Ученики старших классов из первой школы провели на улицах Десногорска акцию в канун Всемирного дня борьбы со СПИДом. В этом году этот день отмечается 1 декабря. Они раздавали прохожим красные ленточки, петельки, символ борьбы с этой неизлечимой болезнью. Они останавливали десногорцев, интересовались, что прохожие знают о СПИДе, рассказывали о том, как можно заразиться этой болезнью и как нужно защищать себя от нее. Они старались привлечь внимание наших горожан к этой мировой проблеме, советовали почитать специальную литературу, чтобы быть более осведомленными о мерах предосторожности от этого смертельно опасного заболевания.